Ребята, всем большой-большой привет, огромный. Всем большое спасибо за подписку, за просмотры, за комментарии. Спасибо огромное. Подписываемся. Смотрим, что будет дальше. У нас сегодня пирожки с капустой в духовке. Вот такая красота. Смотрите. Какая красота и вкуснота. Тесто чуть-чуть. Смотрите, какая красота. Какое нежное тесто. Кому интересно, смотрите. Смотрим дальше, как это готовить. Просто, несложно. Очень просто. Давайте будем готовить. Ребята, готовим наши пирожки. Очень простой рецепт. Тоже. Желток. Один желточек. Сахарная, чайная ложка сахара. Пол чайной ложки соли. 150 грамм молока теплого. Все это мы сейчас размешаем. Добавляем 30 грамм растопленного сливочного масла. Все размешиваем. И вот такие у нас, такая у нас опара. 50 грамм молочка, ложка сахара и 6 грамм дрожжей. Теперь мы ее всегда проверяю, что я сюда это все. Все это размешаем. Дрожжи активизировались. Все смешалось. И добавляем сюда 250 грамм муки. Хорошо смешалось. По чуть-чуть. Пирожки у нас с капустой. Капусту я приготовила заранее. Тушеная обыкновенная капуста. Хотите кислая, хотите свежая, любую. Ну, с капустой. Можно напополам. Вот, и замешиваем тесто. Вот какое тесто получилось. Смотрите, не прилипает. Мягенькое. Вот оно. Кому больше надо, у кого семья большая, порцию можно увеличивать вдвое. Все рецепт весь я напишу под видео. Сколько чего надо. Ставим мисочку и отправляем в теплое место где-то на час. Должно подняться вдвое. Вот какое тесто у нас подошло. Смотрите, какое мягенькое. Сейчас будем делать пирожки. Раскатываем. Сейчас порежем. Раскатываем. Делаем вот такие, на такие части. И делаем вот такие колобочки кругленькие. Вот слаживаем. И сейчас каждый отдельно будем раскатывать. Прикрываем, чтобы не засыхало. Сколько тут там? Штук 10 будет. Штук 10 будет. Очень мягкое тесто, хорошее. Мягусенькое. Вот все мы их вот так вот.
Сейчас каждый шарик будем раскатывать. Ребята, раскатываем колобочек. Вот так вот. Сюда на центр вылаживаем хорошо капусточки. Много. И теперь раз. И сюда вторую половинку. Очень просто. Хорошо защемляем. Вот так вот делаем. И отправляем на противень, на бумагу. Чтобы они еще подошли. Такие получаются. Очень просто. Хорошо подошло тесто, мягенькое. Раскатываем. Капусточки не жалеем. Дальше, чем по центру, и эту сюда. И склеим. Очень податливое тесто, мягенькое. Смотрите. И вот такая красота. Делаем все. Наши пирожки подошли, постояли минут 10. Взбиваем одно яйцо и ложка молока и смазываем их. Духовка 200 градусов, 190. Смотрите по своей духовке. Минут 30. И они готовы. Такие нежные, тонкое тесто, капуста. Очень вкусно. Смотрите, какие красивые треугольные. Все, отправляем в духовку. Наши пирожки готовы. Смотрите, какие красивые, румяные. Я уже тут один поломала. Смотрите, какие они в середине. Объедение. Очень вкусно. Готовим. Радуем своих родных и близких. Всем пока-пока.